Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономании. У нас новый дракон недели, это дракон Вкусняшка. Он у меня есть, давайте поглядим, где он мне тут болтается. Ух ты, прикольно. А, вот мой дракон Вкусняшка. Давайте чего его тоже покормим немножко. На 20-й хотя бы. Вот такой вот дракон. Короче, какой-то кролик-мутант с пастью льва прям. Ну, что-то у него такая челюха прям здоровенная. Смесь кролика и Годзиллы. Смотрите, хвост какой длинный. Это у нас был недельный дракончик. Также дракон-бык. Это у нас... уже 2 недели как мы выводим. Это второй, в общем-то, дракон по знаку зодиака. Первый был Овен, второй Телец. Вот это бык, на самом деле, Телец должен называться, да? Да, ну и вы поняли, вот у меня тут один день, 23 часа было, короче. У меня он получился, попытки там, ну, с пятой комбинация. Голем плюс огонь, либо гора плюс огонь, короче, такой там. Да, но сегодня мы сейчас качнем... кого мы качнем? Вот кого мы качнем, ребятки. Дракон Орел. У меня он получился, это наш был, нужно было скрестить дракона маскарадный. Дракона костюмный плюс маска или что тут? Не, не маска. В общем, там в прошлых сериях можно было посмотреть. Тот костюмного мы получали в битве с боссом. Да, и еще там был какой-то один дракон. И это можно было сделать буквально там. Нам давалось всего лишь 2 дня после того, как мы выигрываем битву с боссом, чтобы скрестить вот этого вот орла. Но мне фартануло, получилось там буквально попытки со второй либо третьей. Ну, за 2 дня я успел, даже меньше. Так, ветер, пустота и металл. Атака 62. Очень слабый эпик. редкие даже посильнее будут. Так, ну кормим на 20 уровень по традиции. Вот так. Ну, он из новых, наверное, нарисован хорошо. Никаких там решеточек, сеточек. Вообще четенько нарисован. Так, а ну-ка давайте. А то не помещается. Вот так давай. Ну, красивенький такой грифончик. Дора. Зовут Дора. Так, на 20 уровне приносит 3000 монеток. Так, у нас еще вот эта акция идет. Промо, нет, это не то. Вот она, эта акция. Ну, здесь уже все выполнено. Это мы кому-то помогали, или как она там называется. Но в личной акции я, в общем-то, можно сказать, так не участвовал. Ну, вот тебе на вышибла игру. Ладно, заходим обратно. Код дружбы 5B0F59, ребята. Так что добавляемся. Не стесняемся. Вот тоже рифма получилась, как в этом, как в заклинаниях в рулетке в Jurassic World The Game во время турнира. Так, ну что, грузись, грузись. Супер дракон, возродись. Что-то он так долго подгружается, да, с эмулятора. Должна быть побыстрее, но довольно долго грузится. Ну, давай, давай, там какая-то акция появилась. Виповская акция появилась. Гипнотизируем. Так, отлично. Давайте сейчас яйца кого-нибудь поставим на выведение. У меня здесь... Сюрикен, кстати, очень похож на дракона Маска. Очень похож. Так, у меня еще здесь есть подводный. Фаербол. Павлин. Богиня, откуда они все набрались, я что-то не помню. Яркий. Откуда они взялись? Это нам вот в этой акции, что их раздали всем. Фаербол прикольный. Павлин. Давайте подводную лодку выведем. Пусть себе, в общем, там выводится. Так, что тут за акция?
потратить как можно больше. Ну, уж извините, тратить нечего. Если бы эта акция раньше появилась, блин, я бы мог 50 кристаллов отбить себе обратно. Когда я на черном рынке покупал виповские билетики, вот тогда это было актуально. Сейчас также у нас идет клановое событие, какое-то оно дурацкое. Вот эта вся штука поменялась. Нужно вырастить на ферме синий орех 25-14 раз. То есть это мы выполняем, получается, всем кланам вместе взятым. Как-то оно по-дурацки. Тут заданий много, но они какие-то дурацкие. Раньше было как-то попроще. Вот это, то есть кто взял. Ну это вообще-то я эту фигню тоже поставил. А почему 8 часов? Почему 8 часов, если у меня это занимает 2 часа? Ну, в общем-то, я еще не разобрался, как эти новые правила работают. Поставил себе, ну вот оно, всего лишь 2 часа выращиваются те штукенцы. Ну и ладно, давайте заглянем в колдовство. Так, ну и давайте боечек там 1-2 сделаем. Так, 55-й лучший. Ну давайте посмотрим. По зубам оно нам или нет. Думаю, да. Так, барашек. Вот. Попался нам кто? Ну давайте пол жизни отдадим. Ничего себе, ё-моё. Потратил 60% усилялку X2 и не пробил. Там разница же была в уровнях всего-то. Копейки. Блин, печалька. Чупа кабрик. И гипно. Гипнос. Так, готово. Как раз давайте еще один боечек. Тыщеночку наберем. Так, лучший защитник 54-й. Ну, давайте так возьмем. Посмотрим. Ух ты, ё. А не все ли вы такие здесь хитрые? Ой, это, кстати, был наш роллер, которого мы прокачиваем потихоньку. Да. Походу здесь все такие. Нет, выходим отсюда. Да, все такие были практически. Черт подери. Лучший защитник. Вот это уже повеселей. Ну, здесь тоже, наверное, будут все сильные. Ну, вот я так, в общем-то, и думал. Так, хотя разница в уровнях довольно большая была у нас только что. А ну-ка. Я сейчас 2 удара выдержу, да? Нет, не выдержал. Это у нас анкилозавр был. Тоже не выдержал. И последний. Тоже не выдержал. Так, о, сундучок особенный.
Награда паршивая. Ну, 18 осколков божественных дали. Так, снова 998. Лучший защитник. 53-й. На все звезды. Ну, сейчас посмотрим. Если будет первый тоже какой-то крепкий, то не пойдем. Да, 52-й, не пойдем. Пятьдесят четвертый на все звезды. Чё-то мне кажется, тоже крепкие. Лучший защитник. Вот это нормалек. Так, а ну-ка. Погнали. Сейчас тут тигр всех раскидает. Как можно с такими дракончиками добраться так высоко? Наверное, никак. Просто кто-то дошел и поставил слабую гибридную защиту, чтобы откатиться по кругу. Ну, так я часто делал. Ветер! Вообще без прокачки, да? Вот это я понимаю. Так, ну давайте еще быстренько глянем, если кто-то попадется толковый. Лучший защитник. Ну давайте сюда еще заглянем. Не. Не пойдем, ребятки. Ладно, тогда на этом, наверное, все. А то у меня сопли течут ручьем, как вы слышите. Все, пошел, короче. Всем пока.